Всем доброго дня, хорошее настроение, здоровья всем, мирного неба над головой. Вот и чайные розы. Сколько много цветочков надернул, лепесточков дома варенья приготовлю. Не знаю, с полкило здесь, наверное. И потом покажу вам всем, что получилось. Должно быть вкусненько. С дачи привез вот лепестки чайных роз. С этой партией варенья приготовлю. Это сироп тоже чайный. 350 грамм лепестков чайных роз, килограмм сахара и пол-литра воды. И 2 столовых ложки, потом лимончик сюда выжму в конце уже варки. И потом остынет, профильтруем. Будет вкусняшка. Это то же самое будет, только чуть-чуть меньше воды получится вареница. Буду пробовать. Ну вот у меня чайная роза получилась. 2 баночки варенья густого и 2,5 сироп не густой. Ну, тут варенец осталось немножко. Сейчас. Вот. Сейчас водичку смешаю. Такая ароматная. Ну, сахаром диабетом нельзя. Сказал, сахарный диабет слишком сладко. Это к Назе приготовил в охотчик так. Ароматный такой напиточек. А, запах такой прикольный. Обалденно. Вот. Приятного всем аппетита, хорошего настроения. Доброго дня.